Это средства регионального бюджета. Деньги пойдут на ремонт и оснащение школ, а также безопасность учебных заведений. Глава региона отметил, вопросы безопасности должны стоять на первом месте. Очень важно, чтобы школы были оборудованы тревожными кнопками. Это принципиально важно. Проверить компетенцию ЧОПов, которые отвечают за охрану объектов образования. Коллеги, знаете, здесь вот не нужно отговорку делать, что у нас на ЧОП денег нету, но те школы, у которых нету, там, может быть, я согласен, районные школы еще имеют возможность, а вот станицы, такие там, поселки, хутора, коллеги, есть казачество, вот с ними договаривайтесь. Также необходимо проверить обеспеченные школы системами противопожарной безопасности. Эти кнопки тоже должны быть. И тревожные кнопки, и кнопки противопожарной безопасности должны быть. Сейчас подготовка школ в Краснодарском крае выходит на финишную прямую. В некоторых ремонтные работы уже завершены.